Если вы обратите внимание на Коран и на учение пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, то обнаружите нечто очень интересное. К примеру, в суре Аль-Бакара, в 155-м аяте, Аллах раскрывает следующее. То, что мы читали множество раз. Но очень и очень удивительно то, что, несмотря на то, что данный аят был ниспослан по конкретному случаю, и несмотря на то, что мы знаем, что он был ниспослан много-много лет тому назад, он все же применим для всех и каждого, и во все времена, и до самого конца света. Позвольте мне прочитать этот аят и перевести его для нас, чтобы обратить внимание на его смысл. Аллах Свято на Велик говорит: والأنفس والثمرات.